Всем привет, с вами Полтим. Ребят, Apple выпустила iOS 9.3 Beta 1. Доступна она для разработчиков, поэтому если ваше устройство вписано в аккаунт разработчика, вы можете обновиться на новую версию операционной системы от яблочной компании. Соответственно, сделать это очень сложно, потому что сервера сразу же легли и качаться она будет очень долго. Возможно, чуть позже будет более подробный обзор iOS 9.3 Beta 1, но пока что расскажу вам, что нового. Во-первых, для владельцев Apple Watch есть радостная новость. Теперь вы можете купить вторые часы от Apple и носить их на двух руках, потому что iPhone теперь поддерживают сопряжение сразу с двумя Apple Watch. Кроме того, iOS 9.3 научит iPhone, iPad и iPod подстраивать яркость и цвета экрана под время суток, делая их вечером теплее. Функцию назвали Night Shift, и, как говорит Apple, теплые цвета благоприятно влияют на отдых и сонливость человека. Господи, 9 версий iOS понадобилось, чтобы это наконец-таки сделали. В iOS 9.3 можно будет устанавливать пароли на вход в заметки. Слава богу. Также в приложении «Здоровье» появятся новые категории, изменится дизайн и также поиск сторонних приложений по теме. Если ваше авто поддерживает CarPlay, то с iOS 9.3 в вашем автомобиле также будет доступен Apple Music. Теперь этот сервис можно будет слушать и с магнитолы в вашем авто. С iOS 9.3 на iPad появится выбор пользователей, но это будет доступно только в образовательных учреждениях. На самом деле нужная функция в больших семьях. Разумеется, это не все нововведения, которые есть в iOS 9.3, возможно, чуть позже будет более подробный обзор новой операционной системы. Так что подписывайтесь на канал, кидайте это видео своим друзьям, чтобы они тоже посмотрели. Ставьте ваши пальцы вверх, не забудьте о яблочках. Пока!